Абхазские негры и малая родина. Документальные фильмы киностудии «Нарт Арт Студия» «Кинематографисты» дебютировали в Владикавказском доме кино. На примере вся съемочная группа. Режиссер Максим Самарин, продюсеры Тимина Туаева и Вероника Бзарова, герои картины Мишель Рено и Руальд Каупуш. Фильм «Абхазские негры» о крошечной негроидной группе. Зритель узнает о том, как темнокожие попали на Кавказ. Можно ли обрести гармонию в краях, далеких от места рождения, показали в «Малой родине». Политолог и кинорежиссер Мишель Рено Гастанте, уроженец Франции, 15 лет добивался российского гражданства. Руаль Каупуш родился в Латвии, сейчас преподаватель Алагирского лесного техникума. Своим домом уже десятки лет называют Северную Осетию. Финансирование уникальной истории получили от Министерства культуры России. Взаимное отношение с Максимом, режиссером, понятно было. Немного он нервничал в начале. Ну, видимо, как сказать, он младше меня, может быть, скажем так, по-кавказски говоря. А так, думаю, быстро он меня понял, я быстро понял тоже его опасения, его вообще намерения, желания, интересы, направления. То есть мы как две киношники друг друга поняли быстро. И все было замечательно. Вот первая реакция, смотрел фильм с доброй улыбкой до конца. Почему? За что? Вот чем Осетия заслужила вот такую любовь этих двух уникальных людей? Вот фильм такая, знаете, отраженная такая тема вот об Осетии. Не в лоб, а через героев.